В каждой семье, в каждом доме есть свои традиции. Есть они теперь у маленьких и больших жильцов детского сада «Лесная сказка». В рамках доброй акции, приуроченной к 35-летию учреждения, у каждого ребенка появилась возможность оставить незабываемую память о себе и своей семье. Дети вместе со своими родителями, с полным осознанием того, что делают важное и значимое для нашего города дело, все вместе высадили на территории детского сада несколько именных березок. Малыши с большим удовольствием помогали копать ямки, носить песок, придерживать деревца. По словам воспитателей, в процессе посадки деревьев было посеяно что-то еще не менее значимое, нежное, доброе и искреннее. В наш детский сад ходит очень много семей, которые привели третьего, четвертого ребенка. А также есть родители, которые, будучи детьми, посещали наш детский сад, а сейчас привели своих малышей. Поэтому мы вот решили провести такую акцию «Посадить дерево», чтобы в будущем мы помнили о том, какие семьи у нас ходили, какие дети нас посещали. Далее дети и их родители приняли участие в областной эколого-патриотической акции «Лес Победы», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники отправились к администрации Десногорска и на близлежащей территории произвели посадку елей. Как заметили родители, совместный процесс высадки саженцев объединил детей и взрослых. В будущем дети смогут любоваться плодами, в том числе и своего труда. Посадить дерево – это значит оставить о себе память, подарить радость окружающим. Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.